Добрый вечер, уважаемые подписчики канала Радио Пердеж. Мы возвращаемся после запойного, то есть застойного отсутствия, достаточно длительного. Вот, как бы отпуск заканчивается, как и все хорошее в жизни. Поэтому не будем затягивать. Сегодня у нас будет алкообзор, потому что это самый вечный живучий жанр. Сегодня у нас Кампо Венто Дон Жуан, вино де ла Тьерра де Кастилья. Это у нас испанское белое полусладкое 2022 года. Виноград сорт Макабео. Больше про него нечего сказать. Оно у нас довольно мягенькое. Всего-навсего сколько здесь оборотов? 12. Ну, то есть, достаточно простой вариант. Пахнет нормально. В общем-то. Что-то в этом запахе есть такое, знаете. Бродючее немножечко. Ну, понятно, что вино брашкой как бы и должно пахнуть. Ну, что-то такое, напоминающее, я бы сказал, шампанское по запаху. Был такой долбоёб, я забыл его сейчас фамилию, псевдопрофессор, значит, который доказывал, что газики в шампанском – это не что иное, как пердёж умерших бактерий. Они без света существуют, а когда вытаскивают из погребов, они пердят, умирая. И, соответственно, вот это вот газы, это их испражнение. Ну, собственно, хороший тост я предлагаю за испражнение и выпить. Все-таки канал у нас такой. Ну, нормально, в принципе, за свои деньги. Оно стоило 430 рублей в КБ. Сладенькое. Не сильно горькое, не сильно вонючее, не сильно мускатное. Ну, то есть, обычное такое базовое вино, которое подойдет под что угодно, и как бы вы не переплатите за него. Пожалуй, на этом все. До скорых встреч. Изящное.